А в магазине «Механика» продолжается распродажа. Скидка на лучшие игры до 90%. Ключи и аккаунты по нереально низким ценам. Заходи и покупай. Ссылочка в описании. Здорово, ребят, с вами «Механик». Сегодня у нас City Car Driving. Сегодня устроим нереальное валилово на GTR. Попробуем выжать из него максималку. Посмотрим, на что он способен. В общем, трасса GTR City Car Driving однозначно заслуживает лайка от вас. И мы поехали, собственно говоря. Так, буду топить на максималках, пацаны. Пишите, какая у меня максималка, как вы считаете, какую мы сможем сегодня максималку развить. Просто пишите, потому что 100% у нас это получится. Ну, именно вот выжить все, я прям уверен в этом. Буду максимально сосредоточен на вождении. Так. Пока вижу 270. 270, хороший вариант. Но надо, мне кажется, больше. Выжимаем все, 280. Сейчас будет подъем, и это будет фиаско, по-моему. Пришлось притормаживать здесь. Вот. Или нормально? Нет, слушайте, нормально, прошел. Если что, мы развернемся и попробуем в другую сторону еще. Ну, пока мало. Я думаю, что 300 можно. Так, немного улетело с трассы. Здесь вообще нет смысла гонять, потому что здесь, как вы видите, узкая достаточно дорога. Надо в любом случае сейчас разворачиваться. И погнали назад туда. В общем, выжимаем все из ГТРа, пацаны. Прям вот все, все соки из ГТРа надо выжать. Так, давай. Быстро, до 200 вообще молниеносно просто разгоняется. Но вот дальше... Вот это было сейчас рискованно, конечно. Так, подъемчик. Подъемчик и... Вот так вот, отлично прошел. Ах, никогда так не перло. Никогда просто так не перло. Все, дальше прямик. Не будет сильных подъемов. Повороты, по-моему, будут такие. Не сильно большие. Но главное, что у нас не будет подъемов и спусков. 300. Есть 300. 311. Все, максималка. Максималка 311. Больше не прет. Фу-ху-ху-ху. Офигительно. Самый прикол, знаете какой? Что я ни в кого не врезался. Вот какой самый прикол. Фух, можно теперь выдохнуть, потому что это было дико жестко, если честно. Блин. Пацаны, надо монитор на это такой широкий монитор надо. Потому что без него вообще не получается нормально гонять. Не видишь по сторонам, что происходит. Либо надо какой-то мод, который бы градуировку, вот это FOV, увеличить можно было. Вот так вот скаканули сюда. Слушайте, ну, в тачке я не врезался ни разу. Это меня реально радует. И хочется наваливать на этом GTR еще и еще. Это новый, кстати, обновленный вариант. Там был 2017 года, но это просто какой-то в тюнинге GTR. Не самый последний, само собой. В любую дырочку просто влезает. Вот эта тачка, вот это просто пушка. 300 сейчас будет. 305. 311 в повороте. Чётень. Охренеть просто можно. Оп. Вот это вообще что было сейчас непонятное. Просто настолько скорость была большая, что я даже не понял, что произошло. Я думаю, вы тоже нифига не поняли. Но было четко, ребят. Я думаю, что надо еще продолжить. Так. Драйв. Надо еще попробовать. 311 выжили уже дважды. Причем, ну, вы видели, на протяжении достаточно долгого времени получалось держать эту скорость. И тачка настолько стабильна, просто как по рельсам прет. Это очень круто.
попробовать можно выехать на трассу, попробовать его на вот эти обгоны, да, такие типа, где надо да, разгоняться, тормозить. Достаточно тоже интересно будет. Сейчас сделаем. Сейчас проеду в эту сторону. Он получается, я понял, что там проблема. Он просто в асфальт впился в конце, в самом. На спуске с горы и... Ни хрена себе он отлетел. Ну как бы и нечего. Вот так вот рядками ехать, правильно? Сейчас давайте назад на разворотик. И поедем, съездим туда. Ну все, я тут уже подрасслабился, потому что то, что хотел сделать, я в принципе сделал. Поэтому сейчас попробуем еще другие какие-то элементы. Типа съездим на ту трассу, на узенькую. Попробуем там. Но самое главное, что... Фух, получилось у меня в потоке выжать максималку. Давайте так. В следующий раз я поставлю... Сейчас, по-моему, где-то 40% стоит трафика. В следующий раз давайте я попробую поставить 50 или 60% трафика. Если у меня получится до максималки разогнаться с таким трафиком, тогда будем увеличивать количество трафика. Если вам такая идея нравится, ну, как челлендж такой, то смело ставьте лайк и обязательно напишите это в комментариях. Смотрите, жму на максималках. Просто ГТР на максималочках. Сейчас 300 будет. Вот опять сейчас. О! Нормально прошел. Прошел и не прошел, а тут прошел. Блин, ну это настолько жестко. Мне бы вот туда надо, да, по кольцу уходим. И пошли, пошли, ребятки, просто. Очень крутые повороты здесь. Будем пробовать, насколько он стабилен в этих поворотах. Все, улетел. То есть больше 150 в поворотах не получилось. Не получилось зарядить. Так. Как-нибудь нам вот так вот нужно сделать. Сейчас мы разгонимся просто. Давай, давай, разгоняйся, разгоняйся, ГТР. Серьезно, что ли? Ладно, тогда сейчас так попробуем сделать. Да чтоб тебе. Да ты чё, застрял, что ли? Блин, вот дерьмо. Как выехать на нем? Ребят, ну, я, конечно, все понимаю, что ГТР это тачка не для бездорожья, но... Но даже колеса никакие не шлифуют. Вот одно шлифует только, которое без... Не, ну это просто свинство какое-то. Давайте сначала начнем. Так, так нельзя вообще. Это не по-пацански чисто. Эй! Что за фигня? Так. Сейчас покажу вам ГТР. Вот так он. Вот так вот он выглядит. Ну, собственно говоря, обычный ГТР. Че, вы ГТРов не видели, что ли? Салон, все дела. Так, в какую-то сторону нам надо ехать, чтобы выехать из города. Вот в эту сторону. Поворотник. По сути, хотя, в принципе, я что хотел, все протестировал. Ну, давайте попробуем еще разок. Вообще, в целом, очень нравится, как он рулится, как он ездит. Особенно на небольших скоростях. Просто шикарно себя ведет машина. Видели, как мы гелик обогнали? Это же вообще уму непостижимо просто взять и вот так вот сделать. Прямо. Опять выйдем сейчас на эту трассу и снова сделаем то, что мы хотели. Вот она.
И тут кольцо пришлось вот так вот сделать, иначе ДТП бы было опять. Ну, конечно, дикая, слишком дикая машина. Ничего абсолютно, ну, как бы, не то, что ничего, а очень-очень сложно ее контролировать в том плане, что постоянно хочется топить. Постоянно хочется топить газа. Вот так вот. Офигеть, ну сколько там, 200 по-любому уже есть. Давай, третьим рядом по мосту. Можно беспределить сумасшедшим образом, просто самым сумасшедшим образом. И главное, что ты всегда успеешь. Бешеная тачка, реально бешеная тачка. Сейчас играл в Dirt Rally и... Ну я не знаю, там в принципе эмоции схожие, потому что постоянно ты на грани, постоянно на грани. И вот здесь, на этой тачке, даже в City Car Driving, который в принципе, ну, симулятором является с большой натяжкой. А, ну хотя да, он сейчас и не называется симулятор, же он раньше назывался 3D-инструктор там. Хотя он никогда не назывался симулятором. Так, ну что же. Я думаю, что на этом мы закончим с вами. И если вам понравилось, то вы знаете, что делать. Ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был Механик. 300 км в час по городу на ГТР. Короче, ставьте лайки, пишите комментарии. И всем пока. Чего он башку-то не поворачивает, у него голова свернута, посмотрите. Водила голову аж свернула от ускорения. Ну все, давайте, ребят, уже. Всем пока.